了那里，他会接洽你，我的学友，他会帮助你的。Thank you very much for your help. Yeah.拜托了，娜塔莉亚，都不来接你。你好，开车吧。爸爸，爸爸，亲爱的，对，我已经在路上。Папа, я перезвоню, папа. А что это такое? Иго Тинегуа. Эмпиоле. Пашин со мной.在北纬52度，东经117度，曾经是中苏两国边民共同放牧、打草、开荒、交换商品、走亲访友、谈情说爱的地域。一夜建成的铁丝网，构成了当时的隔离带，就把中苏两国推到了冷战时期。啊，这是圣泉，它是两国军人在冷战时期唯一可以共同取水的地方。Я где-то это уже видела. 这就是当年的黑风口哨卡。Ведь он мог и не спасать меня. Я ведь его враг. Но он вступил за границу минного поля, его разорвало на куски. А я имени его не знаю. Ты найди это. Это было на кордоне Хайфанкоу.В 70-х годах, во время китайско-русской холодной войны, один солдат из пограничных войск спас моего отца. Из 65 до 75 года военные данные в этом. Хорошо, я сам найду. Да.专利，请你给我签收一下。我来看看啊。爷爷先看啊。
到了吗？快了，驾！能停一下吗？憋着，驾！驾！驾！驾！憋不住了。Это башня. У нас на китайской стороне новенький. Хорошо.班长，好大的风啊！嗯，今天风是很大。阿尔斯勒，到。今天会有情报挂到我们的国土上。情报？你现在沿着国境线给我仔细的搜。从那边刮过来的任何东西，哪怕是一张小纸片，你都给我捡回来。还愣着干什么？不许偷懒啊！Thank you.
Ну что, дым? Андрей, китайцы на своей стороне что-то ищут. Да они все им там что-то ищут. А что они ищут? А вот сейчас увидишь. Ну-ка, подай-ка. Сейчас тебе покажу. Вот, сейчас я тебе расскажу. Берем фотографию. Берем фотографию. Красиво. Было. Делаем раз. Делаем два. Ну и делаем три. Берем пачку сигарет. Кладем туда фотографию. Закрываем. Идем к китайцам. Ну чё, смотри и учись. Лёв! Куда полетел? Сейчас будут искать. Смотри, смотри. Ты зачем брюки снял? Ты что там? Ты что там делаешь? Вот урод, хватит! Арслен! Арслен! Мы выражаем свои извинения за то, что сошло два дня назад. Случай нарушения границы. Нарушители уже плениты.
в суд общественной безопасности. К нему должны приняты воспитательные меры. Я доволен вашими действиями для устранения данного инцидента. Но мы очень не надеемся, что в такой напряженный промежуток времени будут случаться такие происшествия. Если мы еще раз увидим этих людей, запомните, решать вопрос будем мы. Здесь 曾经居住过许多牧人，几年前都搬迁到额尔古纳镇上住了，就剩下这位老妈妈不在。她说她要等她的儿子回来，喏，就在那儿。 Как здесь хорошо. Ну что ты, улыбнись, давай. Филину. Наталья, садитесь. Ади. Ну, Арслен, чирин, дарак. 我跟您提起过的，今天我把它带来了。家秋，家秋。 Эта гармошка сделана во времена Советского Союза. Мой папа говорил, что он подарил такую тому человеку. Она спросила, 'Мне кажется, я его нашла. Это точно он. Папа, алло, я виделась с его матерью. Ее сына зовут Арслан. Слава Богу. И что она тебе сказала? Но она не хочет говорить ни слова. Папа, что с тобой? Папа, алло. Папа, все хорошо?
Хорошо. Вам нельзя разговаривать. Нужно беречь силы. Мой отец горячо сожалеет о том, что по состоянию здоровья он не может приехать в Китай. А я просто хочу отблагодарить его мать. Почему она не хочет говорить о своем сыне? Неужели за это время она смогла стереть его из памяти? Что? Мама сильный痛承受了这么多想解开谜团必须找到当年黑风口少侠服役的班长何大壮七四年他退伍回到了四川农村 现在村子没了，变成了城市。给我点时间，把他俩，他们下药。 Спасибо.班长，熊瞎子不是要冬眠吗？你没听到对面树林里传来的伐木声吗？要是惊醒了树洞里的熊瞎子，万一要是跑到哨所来，
你小命就没了。我今天打水的时候碰到熊家子了。这什么东西这是？什么东西这是？班长，你说这个会不会是情报？ 睡吧，起来。这是什么呀？啊，你还把它盯上了？哎哎哎哎，班长，怎么了？这是我的战利品，什么战利品啊？要撕也得等张站长看完了再说。你舍不得是吧？舍不得给我，是吧？班长，我知道，这是资产阶级设下我们的糖衣炮弹。 我不管他是不是糖衣炮弹，反正修正主义的女人就是不能看，给我，班长，这要是个女特务呢？女特务也不能不穿衣服，是不是特务？等张站长来了再说。 这儿最艰苦，我特地向后前处劈了一下猪肉给你们。谢谢站长。何大柱，我看出来了，阿尔斯勒你带的不错，哎，奖励你。哎呦，谢谢站长。站长您看，您看这个，哪来的？ 是阿尔斯楞发现的，对面刮过来的。嗯，站长，这个算不算情报？算，当然算。我跟你们说，这起码说明三个问题：一，苏修内部现在已经彻底堕落变质；二，他们现在军人的士气低落，思想污浊；三，每天弄这些个乱七八糟的女人照片，他们能打胜仗吗？ 站长，这一张光屁股女人照片，还有这么大学问呢？这就是苏军用来麻痹你们思想的美人计，不好使。我们是钢铁造就的中国人民边防军，这美人计不好使，是不是阿尔斯勒？是。总之啊，你们要提高警惕。阿尔斯勒，都，尤其是你。
上周你政治挂帅，思想领先，勤勤恳恳，任劳任怨，特别是在边境巡查的过程中，一举发现了苏军的，等一会儿，发现了苏军的重要情报，美人计。你干什么呢？痒。好，班委会结束。哎，班长，嗯，我想纠正你一个错误，行不行？什么错误？嗯，那个不叫美人计，叫美人计。什么乱七八糟？我说的就是美人计。哦，你看到没有？还美人计呢。这都是我们的血呀。咱俩来斗斗，看谁的厉害。怎么斗？你看，就像斗蛐蛐那样，啊，斗狮子。斗蛐蛐？对呀，来，过来，过来，过来，过去。干什么呢？我看到了，看到了。啊！这个小毛子还挺伤心的，都一上午了。阿尔斯隆，到。这两天你给我密切注意小毛子的行为。是。到底搞什么花样？让我看看，来。那个小毛子八成是疯了吧？啊？
Тихо. Привет. Письмо. Мне письмо пришло, понимаешь? Мне сюда письмо принесло ветром. Письма не видел, но улетело ветром письмо, понимаешь? И его сюда принесло, нет? Подожди, ну оно должно было быть здесь. Не видел?班长，这小毛子又是一上午啊，这都下午了，你看，昨天是一整天。我刚打水的时候碰见他了。什么情况？不知道。班长，你说他会不会把边防部署图给弄丢了？这怎么可能呢？这么重要的东西不会到一个小兵的手里。哦，不管怎么样，咱们今天下午啊去实地勘察一下。走。喝点暖和，就不想撒尿了。辣。喝点。这是命令，来喝。这是老班长传下来的，有年头了。来一根。不会。好烟呐。臭。班长，班长，班长，嗯。哎，你干什么去？站住！你干嘛去？这栈桥你知道吗？不能上，你知道吗？班长，那有一封信。栈桥不进一去，不能上去。你怎么一根筋呢？你怎么说话呢，行没胆子？要是被吹到桥下雷区里面去，你想捡也捡不着了。那要是一个情报呢？要真是情报的话，你不捡，贻误了战机，那咱就成了党和国家的罪人了。没有上级批准擅自行动，违反军纪。要哪个上级批准呢？那至少也得张站长吧？是不是张站长批准了，你就能上去了？对呀。那你批准了，我不就能上去了吗？我级别不够啊。班长，现在你就是黑风口要塞最高军事长官，只要你批准，我上刀山下火海，再走不测。好了好了，什么上刀山下火海，还下油锅呢？快快快！犯错误也轮不着你呢。收件人的名字叫。谢尔盖。哦，这个小毛子原来叫谢尔盖。嗯，看看从哪儿寄来的。应该是从这儿寄来的吧。这是哪儿啊？
列宁格勒。列宁还格勒？嗯，这个城市是以伟大导师、无产阶级革命家列宁同志的名字命名的。远吗？没去过。哎，班长，要不咱拆开看看？那可不行啊！人最宝贵的是生命，生命属于人只有一次，一个人的生命应当这样度过：当他回忆往事的时候，不因虚度年华而悔恨，也不因碌碌无为而羞愧。当他临死的时候，他能够说：我的生命和整个精力都献给了人类最壮丽的事业，为人类解放而斗争。你能不能不要总是死啊死的，这多不吉利啊。好了，熄灯睡觉。请问张站长在不在？啊？哦，哦。可是我们这里有个重要的情况要向他汇报。什么？好，好，好，我明白了。吃饭了。哎，你说，张站长要是不在的话，这信怎么办啊？拿来。哎，班长，要不咱们先拆开看一看，说不定有情报呢。拆。嗯，又是张女人照片啊？这回穿衣服了。Проходи давай. Чё так долго-то? Ты чё? Ты что, нажрался, что ли? Ну ты урод. Арслен! Арслен! 那个老兵要动手了，要收拾那个小兵了。看到没有？Что? Письмо. Что ты устраиваешь меня? Письмо потерял.Быстро! Блин! Ты понимаешь? Стоять! Смирно, солдат! Сволочь твою мать! Когда придешь в себя, появишься, понял? Пока будешь тут сидеть. Приходи в себя, салага!Пока не придешь в себя, не появляйся. Ханамя, яман тубал, дама тифа. 这是修正主义军队跟无产阶级军队的根本区别。
我来晚了。上哪儿去了？这都几个点了，你看看。你过来。哎，你看你刚才在那边，我怎么看不见你呢？啊，你自己看。你什么？你上哪儿去？我刚才去。站住！我刚才去苏联。我刚才。说呀。我刚才去那边山坡看了一眼，我就想，那片山坡正对着苏联边境，我想，咱们要是在那写一段标语多好呀。哎，对呀，咱就把毛主席的“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”给他写上去。在特定的历史下，鲍尔想出了一个用最简短的词语传达信的内容的方法，真是了不起。我觉得他没错，班长教条如意，没事吧？轻点儿。等是不行的，等到谢尔盖的父亲死了，爱他的姑娘。哎，等会儿，是保尔，不是谢尔盖，你搞错了吧？保尔，镜子，镜子。拿着。接着往下念。最后，博尔终于完成了父亲的心愿，和丽达姑娘结婚了。丽达也陪着他的父亲走完了最后一程。Сережа, прости меня. Мне еще так много нужно сообщить тебе. Я не хочу, но я должна сказать тебе, что твой отец сильно болен. И он очень волнуется, что он не сможет дождаться твоего возвращения. Я думаю, нам нужно пожениться до его смерти. А также убедить его, что наш ребенок, будь то мальчик или девочка, будет таким же воином, как и твой отец. Я так много хотела сказать тебе, но сейчас в моей голове одна лишь пустота. Надеюсь, что эти полгода на границе пройдут для тебя незаметно. Я не хочу, чтобы ты возвращался. Это может лишить твоего отца надежды. Тем более у тебя очень ответственный пост. В противном случае я могу приехать к тебе. Что он там творит? Радио говорят, что ситуация на границе с Китаем обострилась. Это меня и пугает. Я не хочу войны. Это будет как наказание Божье.
Люблю тебя, твоя Елена. Серега! Что там делать? Дай.是个好东西，这个叛徒，走！班长，毛主席说过，没有调查研究就没有发言权。闭嘴！搞不清老子一枪崩了你！走啊！我老实点。班长，走！我没做过对不起党、对不起国家、对不起人民的事情。别动！再上来我枪崩了你！走！走！我真没做过。那你打我！你打我！你想毙了我？来，你小子不要命了你啊！你打我！你打我！再动手打死你，行不行？啊！твою мать！ Стоять, салага！Там, похоже, твоего другана повязали. Доигрались вы, ребятишки. Я отключил его в тюрьме. Вовремя сообщил его командиру. Я обнаружил его тихо-тихо.举报他和苏联少佐的小兵有亲密的嫌疑，部队就派人来带走了他。当时我也很害怕，害怕对岸的苏联士兵对我提出抗议。记得阿斯楞被带走的那天，天气突然变得很冷，我没读过书。也认不得几个字，是我向部队揭发了他，就以为是这本书《钢铁是怎样炼成的》毁了阿尔斯勒，他能一字不差地背下来，那些外国人搞对象的诗歌，他能倒背如流。这书就是阿尔斯勒最喜欢的，这床我用过呀。原模原样，我们都留下来了。好啊，阿尔斯楞虽然是违反了纪律，他把信的内容传递给了对方，但他的的确确只是一封普通的家信呢。我知道，老班长，据我所知。他的外祖父在二战时期就参加了抗联，战死在鹿门槛。他的母亲很小的时候就跟随他父亲参加了抗战。当时部队上考虑到他的政治材料，也调查了他的三代家世，他属于可以教育好的士兵。阿尔斯勒为了证明自己没有错，他顶住了压力，重又回到了我们少佐。想证明给我看，我知道自己心眼小，有错就改。是我向连队保证，他才回到了我身边。后来，部队轮换我们，撤离了黑风口。
情况，战士阿尔斯特接岗。 Сергей, смотри. Похоже на двухсотки. Они пришли. Не стреляй, это наши. Они увели ее. Они, наверное, идут туда. Надо доложить. Прием, я Сергей. Пойдем.
这边。За что? Чего он сделал? И не мог подумать, что Господь вновь нас снова сведет вместе. Я думал, что той зимой, когда его схватили, у него из-за меня будут неприятности. Это мне Андрей сказал. Мы стояли на противоположном мосту. Тогда мы почти забыли, что стояли на посту. Я хотел сказать ему, что отец мой уже умер, а с моей любимой Еленой мы решили пожениться. Но мы только могли молча смотреть друг другу в глаза. Ты где? Но она не хочет говорить ни слова. Ты его нашла? Папочка. Папа, что с тобой? Папа, алло. Папа, у тебя все хорошо? Какой красивый закат. А мой папа его не видит. Очень интересный город. Я всегда мечтала сюда попасть. Мой папа так часто мне рассказывал о нем. Даже не представляю, как здесь было раньше. Он руководил знаменитым сражением на Мэньхане. Эту песню также любил петь мой папа. Он в 70-х годах служил на китайско-русской границе. И там один китайский солдат любил петь эту песню. Эй, Кочисан, да? Я помню, что вы на карте хартом, как на мин, как на арчин. Карта тут с ним чем-то интересно, хат, там что-то еще. Хэрчэ аймар аюултай хэргэнэ. Хэрвэйд нэг арангэрвэн настай нэг хүнхэн. Мэрг хүлсэн үсэн хэргэн хоус улнээ дондор шоплуулж. Жүрвэлтэн шахтанд ус улагч байваа. Хуон дуэн жахсла. Дайн талвай дээрхэдуэн уламч аюултай болжээ. Хэргүүхэн мэнч эн дуугар бэйан чүрхэлж байв. Шуэлэн. Үнэ осын тэрэгт дэлүүрлээ. Энду өнгөөдл өрүүнөөр тархсан юм. Өгдөөрөн бүрл энду өгдөөл чадхэн. Тэр дуучын үнээр сайхай юм. Oh.
班长，班长，嗯，他们那边升了一面新的国旗，我看见了。哎，班长，嗯，过节有没有加餐呢？哈哈哈哈，你小子想什么呢？班长，班长，班长，你看，你看，他们那边来了好多人。少佐那边，哎，你过来看，好多人，他们是不是也是过节呀？今天是咱们的节日，八一建军节呀。 他们给咱们庆贺呢，我看看。哎，班长，你看，你看，你看，我刚才看了，已经有一个穿白衣服的新娘子，我看见了。再看看，再看看。 班长，小兵要结婚了！真的假的呀？啊，你去那儿，你去посмотри，你去去那个村里。Примите наше поздравление называется. Давай твою руку выше. Вот так вот. Ну, гляди. Вместе, давай вместе приводим. Нет, я воду не смогу. Помаши дяде ручкой. Все, очень хорошо. Да? Вообще. Просто теперь масса будет воспоминаний об этом моменте. Типа врач, пусть он смотрит. Пусть смотрит и завидуется. Эй, как дажаву на? ，他送给他一个戒指，戒指啊！哎，这小毛子挺浪漫的啊，把婚礼弄到哨所来了。 学毛主席啊，是吧？我来。
摆在你们面前的有两条路，一条就是胜利，还有一条就是死亡。死亡不属于工人阶级，人民万岁。同志们，摆在你们面前的有两条路，一条那就是胜利，还有一条那就是死亡。死亡不属于工人阶级。老朋友，老朋友，第一次见，走走。Хорошая водочка, да, хорошо пошла, хорошо, да. Очень, очень хорошо. Очень хорошо. Спички. Помнишь, давно такая буран была, вьюга, мороз был. Серьезный мороз. Мы замерзали вообще. Мы с Серегой просто сдохли бы тогда просто на спички. Во! Придурки! Пойдем. Выход, дайте огня! Огня! А ты! Хочай, ты, хочай! Привет! Михал! Спички нужны, понимаешь? Спички, прикури! А не фигло, что? Да подожди! Ты выключил кашман, я! Да-да-да! Не выключил, а? Опусти автомат, слышишь, автомат? Я у тебя просто спички спросил. Убери, опусти пушку, я тебе сказал. Ну что ты творишь? Ты что прикидываешься, что не понимаешь? Тихо, Серый. Что ты творишь? Серый, успокойся. Его успокойся, я сразу просил. Спокойно. Нам нужны спички. Мы замерзаем, холодно. Холодно, понимаете? Холодно, мороз, замерзаем. Ты что, что? Ты на где хо? Что? Хо? 就是你抽烟用的火柴. Чи никто не поможет. Сейчас. Ничего. Помоги. 规定不允许，就不能进。进来，靠边，走。哎，стойте, ну замерзаем, спички, кроме вас. Ленин, Сталин, Мао Цзэдун, Ван Суэй. Ну спички, ну дайте. Ленин, Сталин, Мао Цзэдун, Ван Суэй.
电话。哎，来了。我是黑风口哨卡。张站长，有什么指示？修栈桥。是，保证完成任务。二司令，哎，明天咱们修栈桥去。好。把工具找出来。我知道，栈桥好久没修了。哎，班长，你酒放哪儿了？你也喝酒了？我给你带着。Как дела?别动，没事没事，你别动。哎，这不行，慢点。OK OK。哎哎哎，慢点，小心，脚一定踩稳了，踩稳了，知道吗？啊！
Arslen， 抓紧！哎！Arslen， 어진 재만 돌려서시오. 제우가 하려는 흑산 호유마. 어떠비 간차라 소진. 오들던 재만 흑산아 소진쇼. 历史长河不经意的一个涟漪，却孕育了人性的种子，生根发芽，在我们的后代身上产生出了意想不到的生命意义。这是一次活着的人们对死者精神的救赎。Arslen，你是我们无法忘却，也永远不可能忘却的英雄。贝德鲁索夫，Boris。